Школьник, молчи. Кому там 12? Кому там 12, а? Школьник. Видимо, тебе. Нет, я тебе могу паспорт показать. Агро-школьник, если ты такой агро. Все, на ноль, стыди, всё. Изя, встань, даст. Играем, конечно, все, погнали. Давайте, я думаю. Я сказал, ставь дас. Изя, ты не понимаешь меня? Так, да? Изя, я тебе сказал. Вот почему Изи такие тупые? Шмыгат, убери даст, мы играли уже даст. Давай, конечно, игру. Я не играл даст, так, молчи там тоже. Второй же день. Мать КамАЗ белый, чтобы я переехал поезд, метро, чтобы твою мать переехал. Ой, когда скинулся, твоя бабулька заболела, батя отпустил, на панели стоит. Завались. Школьник, школьник, от тебя заразилась. Школьник. Тоже скоро сдохнешь. Помолчи, рот на ноль сделанный. Школьник. Теперь да вообще с локтя вымени. Квартиру твою сдам, и будешь у меня работать импотентом, понял? Школьник. Он в деревне живет. Ну деревню твою все отниму. Я не в деревне. Все твои травушки. Мавушки. Ну хорошо, матушки. Все, деревня, один хер. Вообще-то село отличается от деревни, ДЦПшник, ты не образованный. Ой. Село Лоурайдер, поцик. Село это город, в котором ты проживаешь. Село это такой город, в котором я проживаю. Знаешь, так, город. Вот я еще подчеркиваю, село это город, в котором ты проживаешь. Все, ребят, пожалуйста. Что, пожалуйста? Всё. Тебе денег на пропитание дать? Ну на, сынок. Я тебе, сын, я тебе овощи отправила. Я тебе сейчас заверну и засуну, понятно? Что? Деньги? Ну давай. Фух. Тихо, я сейчас буду слышать. Я разрешаю. Можно мне, пожалуйста? Нет, тебе нельзя. Белга хочет накакать в попу тебе. Я свои личности хранил у тебя во рту. Приятного аппетита.